Добрый день, дорогие друзья. Давайте проверим связь. Напишите, пожалуйста, как слышно. К нам в Москву пришел арктический циклон. И, может быть, с этим были связаны технические неполадки. В назначенное время программа не хотела открываться, но потом все-таки нам разрешили провести вебинар. Да? И это очень хорошо, потому что мы сегодня говорим о памяти и о ее сохранении. И будем разбирать по косточкам такой природный тоник для мозга Мемохенс. Память вообще очень интересная штука. Вы знаете, и, конечно, она зависит от состояния организма в целом. Да? И мы всегда рассматриваем организм как систему. Мы говорим, нельзя, конечно, вот вытащить из системы мозг, вот прочистить шестеренки, как вот здесь нарисовано на картинке, и вставить опять в систему, и память снова заработает. И поэтому, конечно, Мемохенс – природный тоник для мозга, который в то же время улучшает работу организма как системы. И что нам говорит аюрведа о памяти? То есть с аюрведической точки зрения память – это сознательный процесс напоминания о прошлых событиях и ее формирования. И складывается из трех главных процессов. Это способность понимать и учиться. Да? Ди называется дрити – это удержание событий и знаний, так называемая краткосрочная память. И смрити – это способность пользоваться накопленными знаниями или долгосрочная память. То есть, смотрите, аюрведа об этом говорит более 3000 лет. Наши современные исследователи говорят то же самое, только по-разному называя. Называя это сенсорной памятью, просто краткосрочной и долгосрочной. И вот так интересно, что врачи аюрведы это знали давным-давно. Процессы дрити и смрити подвергаются разбалансировке в течение всей жизни, страдают в период длительного стресса, утомления, монотонной стереотипной работы, при последствиях черепно-мозговых травм, интоксикации, то есть когда есть нарушения в организме в целом. И в случаях, если память нарушена очень длительное время, человек становится асоциальным, выпадает из жизни даже при сохранении физического здоровья. То есть человек как бы перестает быть личностью. И вообще нарушение памяти влияет на личность, на характер человека. Вот, например, в эндокринологии есть такое заболевание гипотиреоз. То есть гипо – это снижение, тиреоида – это щитовидная железа, то есть снижение функции щитовидной железы. Щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, которые обеспечивают организм теплом и энергией. Любую биохимическую реакцию, чтобы она нормально протекала, ее надо подогреть. И вот когда щитовидная железа не может выполнять свою функцию в полном объеме, то есть гормонов не хватает, организм энергию начинает экономить для себя. И вот с памятью происходят такие интересные вещи, то есть человек становится злопамятным. Это вот один из признаков болезни. Да? Почему? Потому что, оказывается, его кто-то обидел или сделал ему что-то плохое, он очень расстроился, это был стресс, то есть это сопровождалось большими затратами энергии, а энергию нужно экономить, чтобы ее хватило для мозга и для сердца. Значит, этого человека надо запомнить, и в будущем его надо избегать. А вот исходя из этого примера, да, нам понятно, почему дети, они совершенно не обижаются.
в Америку, к русской семье сил и энергии. И, может быть, стоит пойти к врачу-эндокринологу и провериться. Ну, аюрведа нам говорит, что расстройство памяти – это результат недостаточного снабжения мозга питательными веществами. Мы знаем, что в аюрведе вот три основных столпа для сохранения здоровья – это питание, это сон и вот воздержание. И, конечно, дисбаланс ДОШ – это тоже нарушение работы нейроэндокринной системы. И вот с позиции аюрведы большинство расстройств памяти обусловлено либо застоем ватхи, капхи, либо возбуждением ваты. То есть для того, чтобы улучшить память, нужно ограничивать и уравновешивать именно извините, вата и капха доши. Ну, мы знаем, что вата у нас более такая неврастеничная, да, то есть люди подвержены часто стрессом, люди, которые любят себя накручивать, то у них потом страдает память, да, потому что организм, ну, просто не может выдерживать вот такое накручивание, когда человек что-то придумывает, нехорошее для своего организма, и организм, в конце концов, начинает стирать это из памяти. То есть вот мы знаем, что любая женская забава, любимая женская забава, да, сама придумала, сама обиделась. А потом еще и забыла, на что обиделась. То есть мозг стер эти вот придуманные обиды. Ну, а капха, она такая ленивая, да, а память нужно тренировать, нужно проявлять какие-то вот усилия для того, чтобы с возрастом сохранить хорошую память. И вот как раз люди питы, более такие энергичные, активные, имеют острую проникающую природу и поэтому способствуют хорошей памяти. Сохранить память в пожилом возрасте и улучшить ее молодых при повышенных умственных нагрузках несложно. И вот в аюрведе существуют очень эффективные рекомендации для улучшения памяти. Интересно, что когда разговариваешь вот с людьми, которые приходят на консультацию, вот у них, для них сон и память стоят где-то на последних местах. То есть все хотят очиститься, все хотят, чтобы печень хорошо работала, чтобы вот с кишечником не было проблем, чтобы давление было в норме. Но память, сон – это как получится. Хотя память – это свойство мозга, и хорошая память – это показатель хорошо функционирующего мозга. Да, мозг управляет работой всех внутренних органов, и в том числе процессами очищения и функции печени. Поэтому любые комплексы, которые улучшают состояние мозга, да, всегда приветствуются и всегда улучшают состояние организма в целом. Ну, все мы знаем про болезнь Альцгеймера и что человек с этой болезнью вообще теряет свою личность, забывает, как зовут детей, близких. Вот есть очень интересный фильм на эту тему, который, ну, просто невозможно без слез смотреть. Это «Дневник памяти», когда уже вот показывается пожилая пара, и у женщины болезнь Альцгеймера, к сожалению, именно женщин чаще всего быстрее, но больше поражает болезнь Альцгеймера. И вот ее муж читает дневник их знакомства, их жизни, и случается такое чудо, проблески воспоминания. Она начинает вспоминать. Если у вас будет такая возможность, посмотрите, это очень хороший, такой милый, романтичный фильм. И, конечно, очень страшно дожить, ну, дожить до болезни Альцгеймера, да, страшно ее иметь, поэтому память нужно сохранять всеми возможными способами. Ну, еще одна интересная история, что память иногда преподносит такие сюрпризы. Господи.
То есть была описана история, что в Америку к русской семье приехала родственница, и вот очень скоро она установила отношения дружественные с соседкой, которая в то время уже была за 100 лет. И пришла и рассказывает, ну надо же, вот американцы, а их бабушка так хорошо знает русский язык. И когда соседи поговорили между собой, выяснилось, что вот эта американская бабушка, это бывшая русская дворянка, и в период революции она уехала, эмигрировала с семьей, ей было 5 лет, и потом она совершенно забыла, что она русская, откуда она, ну, как у детей это бывает, у детей нейроны растут. И только вот в 100 лет, когда старик Альцгеймер стер верхние слои памяти, то она вспомнила свое детство, русский язык, и прекрасно о нем говорила. Ну, а с медицинской точки зрения нарушение памяти – это всегда гибель клеток нейронов, там, где хранится информация, и даже больше нарушение взаимосвязи между нейронами, нарушение контакта между этими клетками. И поэтому мемохенс – это очень важный комплекс для предотвращения вот вообще старческого слабоумия и потери себя в старости, и вообще для улучшения состояния мозга в целом. И вот мемохенс учитывает все три механизма памяти, направлен на гармонизацию процесса запоминания. Он улучшает память, внимание, способность к обучению и к концентрации, да, потому что вот способность к обучению – это тоже относится к памяти. То есть, например, сейчас мы имеем такой феномен, да, как очень много гиперактивных детей. И этот синдром так и называется – синдром гиперактивности и нарушения внимания. То есть нарушено внимание – уже ребенок не может запоминать, он не может усваивать и запоминать информацию, не может учиться, не может концентрироваться. Мемохенс по механизму действия – это натуральный тоник для мозга. Он снимает умственную отсталость, он рекомендуется при проблемах роста и развития ребенка в том числе. Вот почему мы будем разбирать состав и увидим, что в составе есть гатукола, растение, с которым мы уже знакомы по блисминду и картиоблису. И вот гатукола способствует как раз улучшению работы гипофиза и выработке соматотропного гормона, гормона роста. Кстати, когда я рассказывала про Vital Sleep, я немножко забыла сказать о том, что вот этот гормон роста, он больше всего вырабатывается именно вот где-то с 10 вечера до часу ночи, наибольшая активность. И у дети растут за счет этого гормона роста, соматотропина, а у взрослых это гормон обновляет клетки, отвечает за омолаживание. То есть это гормон омоложения. И вот те родители, которые позволяют детям ложиться спать поздно, то есть в 12 часов ночи. Я знаю, некоторые родители есть, которые разрешают детям спать, ложиться спать даже в 2 часа ночи. Причем даже маленьким детям, вот там, годовалым детям. И таким образом, вот родители лишают детей роста. То есть, если у ребенка есть отставание в росте, в развитии, то первым делом нужно обследовать гипофиз, смотреть гормоны гипофиза, смотреть вот этот соматотропный гормон, да, и искать, конечно, причину роста и развития. И есть вот такие комплексы, блисминд, мемохенс, да, которые улучшают функцию мозга и всех его отделов.
Мимохенс действует успокаивающе на центральную нервную систему, устраняет чувство страха, смягчает эмоциональный фон, снимает нервное напряжение, стресс, уменьшает гиперактивность и нервозность. И мы знаем, что люди, которые находятся часто в состоянии постоянной вот тревоги, пребывают вот в каком-то неврозе, то память из-за этого хуже, да, потому что на функцию памяти, на запоминание организму нужна энергия. А тут энергия, в общем-то, расходуется попусту, зачастую на придуманные страхи. Буквально сегодня нашла в интернете такую милую картинку про девушку, и подпись такая, что вот Господь Бог дал тебе мозги, чтобы ты думала, какое платье себе одеть, а ты вот как дальше жить, да, не надо вот этого делать, тратить энергию попусту. То есть и страх, и напряжение, и стресс – это все ухудшает функцию памяти, да. Хотя бывает, что наоборот, вот такое яркое эмоциональное напряжение как бы впечатывает в память некоторые события, да. Ну, главное, чтобы это эмоциональное напряжение, оно не было постоянным и непрекращающимся, да. То есть стресс сам по себе, он не опасен, он мобилизует организм, он улучшает его функции, ну как, это нормально, стресс это нормально, это защитная реакция организма на вот воздействие окружающей среды, то есть опасно истощение в результате непрекращающегося стресса. И вот этот непрекращающийся стресс настолько сильно бывает истощает мозг, что человек не может выйти из этого стресса. И вот получается, человек сам себя накручивает. Чем больше накручивает, тем больше теряет энергию и застревает в этом стрессе. И вот здесь надо помогать всеми возможными способами. Можно использовать и блисмент, можно использовать и мимохенс, можно их вместе использовать, можно еще с энергоблисом. Отжас пушти, да, все возможные средства, чтобы дать организму силы, энергию, улучшить функцию мозга, чтобы вот человек вышел к нормальной жизни. И мимохенс помогает восстановить силы, снимает стресс, переутомление, повышает настроение. Еще я хочу сказать, что вот мне лично очень нравится такая удобная форма мимохенса в виде сиропа. Я сама работала с биологически активными добавками, которые были вот в капсульной форме. Я привыкла уже к ним в виде чаев и капсул. И когда я пришла работать в швейцарскую нашу компанию Нарин, увидела, что у нас очень много сиропов. Очень много вкусных, таких приятных сиропов на фруктозе, на сахарозаменителях. То есть можжевеловый сироп, там, как варенье. Поливитамины, различные сиропы. Я не понимала, вот, что это вообще. Что это за биодобавки такие непонятные. Какой-то просто вкусный, какой-то совершенно несерьезный сироп. И когда я начала работать с этими сиропами, пить сама, рекомендовать, я увидела эффект намного более быстрый, чем от приема вот капсулированных, таблетированных форм биодобавок. Ну, потому что жидкая форма всегда имеет преимущество. Да? То есть жидкая форма гораздо быстрее усваивается. То есть биоусвояемость, биодоступность у нее намного выше, потому что всасывание начинается уже вот во рту, да? А то, что всасывается во рту, сразу идет в мозг, минуя печень. То есть, например, мне рассказывали моряки, которые ходят там в дальнее плавание, и запасы там алкоголя с собой небольшие, и они знают, что гораздо быстрее можно опьянеть, если пить алкоголь вилкой, да, или вот напёрстком, чем выпить стакан водки. Почему? Потому что
этот наперсток под язык сразу попал в кровь, или вот что там вилкой зачерпнешь несколько капель, сразу под язык, в кровь и сразу в мозг. То есть это вот такое сублингвальное всасывание, да? И врачи иногда некоторые препараты прописывают там сублингвально, да? Это означает под язык, то есть лингва – это язык, это и разговорный язык, да, и язык как анатомический орган. Ну, то есть мы знаем, что если взять нитроглицерин под язык, боли в сердце там мгновенно просто прекращается. И вот очень удачно, что мимохен сделан в виде сиропа. Кроме того, есть очень много людей, и ко мне очень много людей таких приходит на консультацию, которые говорят, я не могу глотать капсулы, я не могу глотать таблетки, они у меня вот здесь вот застревают. Может быть, это нарушение слизеобразования, может, это психологический какой-то вот такой момент. Кто-то рассказывает, что у него после вот эндоскопии, то есть хотели сделать эндоскопию желудка, не получилось, и вот что-то там повреждено было, и какая-то травма была нанесена, ну, глотательный рефлекс нарушен. И пожилые люди, и дети тоже плохо глотают капсулы, таблетки, и поэтому вот этот сироп, он очень хорошо, что он есть вообще. Потому что очень удобно, потому что мозг нужен всем. Дети растут, им нужно мозг развивать, да, для того, чтобы они хорошо учились. Им мозг нужно питать. Пожилых людей мозг деградирует уже, его всеми возможными силами надо сохранять, потому что ну, это так тяжело смотреть на людей со старческим маразмом. Вот с болезнью Альцгеймера, это они всех боятся, они все забывают, у них какие-то мании начинаются, они куда-то бегут, что-то ищут, ищут свой дом. И они забывают, например, что они поели. И вот родственники часто жалуются, что вот только накормишь вот пожилого человека, вот он так много съел, ну, казалось бы. Но через буквально 5-10 минут он начинает опять ворчать и говорить, вы меня не кормите, вы меня голодом хотите заморить. У них же такой вот фобии развиваются. И это же невозможно человека кормить так часто, просто пища не переварится, а они так злятся и... Это вообще ужасно. Вообще, когда насмотришься на таких больных, то очень повышается мотивация пить любые комплексы хорошие для сохранения мозга, и мозг изо всех сил сохранить. И вот бывают ситуации, когда на первый план выходит как раз не очищение организма, а вот сохранение функции мозга. И, конечно, вот... мимохен в виде сиропа за счет вот высокой биоусвояемости это имеет вот просто вот несколько огромных преимуществ. Да? Поэтому очень рекомендую, особенно пожилым, да, и детям. Итак, состав хороший, состав многогранный. Вот мы уже можем оценить, глядя на картинки, что тут и гутукола, и амла, и спакенард, и шатавари, да, и специи. Все правильно сделано. Да? Итак, экстракт травы центелы азиатской или гутукола – это растение абсолютный царь в этом сиропе. То есть гутукола упоминается в аюрведе как стимулятор белого и серого вещества мозга, то есть то, что мы называем кора, да, и подкорка. Вот, улучшает память, повышает восприимчивость и в то же время успокаивает и расслабляет, снимает нервное напряжение. То есть в Китае гутуколу называют фонтаном юности, не без основания приписывая ему способность продлевать жизнь. Ну, конечно, здоровый мозг и
конечно, обеспечивает долголетие. И в составе есть действующие вещества, которые ускоряют ацетилхолиновую передачу. То есть это вот как раз как нейроны между собой разговаривают, как они между собой взаимодействуют. С помощью вот нейромедиатора, в том числе ацетилхолина. И вот, как я уже сказала, память ухудшается из-за того, что нейроны погибают. Вот структурная единица мозга, нейрон, да, и нарушается взаимодействие между ними, то есть нарушается синтез вот этих медиаторов. И, конечно, все вот травы, которые улучшают синтез медиаторов, улучшают и память, и концентрацию внимания, и улучшают способность к обучению. То есть глотокола обладает выраженным нейропротекторным действием, препятствует преждевременному старению центральной нервной системы и устраняет последствия вот, воздействия на мозг травм, инфекций, энцефалитов, менингитов и так далее. Экстракт семян цикория в составе. Мы знаем, что цикорий широко используется в фитотерапии как источник инулина. И этот инулин есть и в корнях цикория, есть и в семенах цикория. Вот инулин – это вещество, которое используется в качестве сахарозаменителя, да, то есть инулин, инсулин, они даже похожи по звучанию. И инулин – это вещество, которое обладает свойством восстанавливать микрофлору в кишечнике. То есть за счет восстановления микрофлоры в кишечнике восстанавливается всасывание, и мозг получает больше питательных веществ. И инулин – это такое интересное вещество. Я однажды готовила презентацию просто по инулину. Она у меня заняла целый час времени. Про него так много можно рассказывать. Это вещество, которое, попадая в желудочно-кишечный тракт, часть всасывается в кровь, да, и наводит там порядок, начинаются очистительные процессы. То есть это вещество кровоочиститель. И часть остается вот как раз в кишечнике и способствует выведению из организмов продуктов плохо переваренной пищи и питает и размножает свою собственную микрофлору. И вот содержит вещества, которые помогают расширить. Также еще экстракт семян цикория, да, содержит вещества, которые улучшает кровоснабжение, снимает сосудистый спазм, снимает тахикардию, успокаивает центральную нервную систему. Вот я как-то уже проводила такую аналогию между гомеопатией, да, и аллопатией, и вот натуральной медицине. У нас в натуральной медицине мы действительно почти все время стараемся начать с очищения, да, с восстановления процессов пищеварения. Гомеопатия же основным принципом считает то, что восстановление организма начинается вот сверху вниз, с головы. И уделяет вот именно большое внимание восстановлению функций мозга. И все, что укрепляет, успокаивает, улучшает нервную систему, все используется вот как бы в первом эшелоне, да, растения, препараты первого эшелона. Ну, амла, конечно, куда ж без амлы, ценное питательное вещество, да, ценный фрукт, за счет, конечно, уникальной формы аскорбиновой кислоты, связанной с танинами, и мы знаем, что сам витамин С быстро окисляется, выводится из организма, то есть живет не так долго, связанный с танинами, он является сильным антиоксидантом. И вот интересно, что амла имеет очень много свойств, и в том числе она улучшает память. И вот в аюрведе используется для укрепления памяти и синхронизации работы правого и левого полушарий, улучшения интеллектуальных способностей и даже подпитки мозга при атеросклерозе. Да? То есть, ну, это вот вообще мечта, наверное, всех, чтобы правые и левые полушария работали более гармонично и
Для этого обычно развивают и вот левую руку, правши, да, левши развивают правую руку. Есть различные тренинги на гармонизацию работы правого и левого полушарий. Вот. И вот интересно, что в природе есть такие растения, которые помогают вот гармонизации работы мозга. Правого полушария, которое отвечает за образное мышление, за интуицию, за эмоции, да, и левого полушария, которое отвечает за логику, ум, аналитическое мышление и так далее. Амла используется для нормализации нейроэндокринной системы, то есть для улучшения работы, выработки гормонов, для улучшения функций щитовидной, поджелудочной железы, надпочечников, половой системы. То есть практически для всей эндокринной системы. Ну и, как мы знаем, амла используется, чтобы выводить из организма аму токсины и продукты неполного распада пищи. Спайкенард близ аюрведы достаточно часто использует, да? То есть это близкий родственник валерианы лекарственной и индийской валерианы. И вот такое интересное растение, которое улучшает и концентрацию внимания, и емкость памяти на санскрите джатаманси. Это растение является не только вот успокаивающим, как валерьяна, но еще и адаптогеном, как женьшень и элеутерокок. А вот мы с вами об этом говорили, когда говорили про блисминт, что есть знаменитая микстура Павлова, где он в одной микстуре соединил возбуждающий кофеин и тормозящий бром. В природе есть такие растения. И вот спайкенард – это такое растение, в котором соединены свойства и тонизирующих растений, женьшеня и элеутерокока, и успокаивающего, вот как валерьяны. То есть растение успокаивает, улучшает кровоснабжение, улучшает обмен веществ, снимает спазмы, общеукрепляющее, тонизирующее и адаптогенное. То есть помогает адаптироваться к различным условиям жизни. И вот по свойствам адаптогена превосходит даже эффективность женьшеня или элеутерокока. То есть вот женьшень или элеутерокок – это просто эталонные растения, адаптогены, которые повышают выносливость, тонизируют нервную систему, повышают устойчивость к воздействиям окружающей среды, то есть улучшают работы вот адаптивных систем организма. В составе индийская спаржа – это универсальная росояна, общеукрепляющий, омолаживающий препарат, применяется при любой конституции, в любом возрасте, мужчинами и женщинами. То есть шатавари – тоже прекрасное средство для нервной системы, используется при слабости, при эпилепсии и истерии, и улучшает память в том числе. Ну вот несколько слов про эпилепсию. Я, например, никогда не знала особенностей эпилепсии, пока я не пообщалась с нашими врачами-психиатрами, наркологами, с которыми я вместе работала в свое время. И они мне объяснили, что эпилепсия – это то заболевание, которое вызывает деградацию мозга. То есть приступ эпилепсии приводит вот к какой-то деградации. И с каждым приступом мозг деградирует потихоньку и деградирует. И лечение, которое существует на сегодняшний день, то есть все противоэпилептические препараты, они еще больше усугубляют деградацию мозга. То есть и заболевание вызывает деградацию, а лечение заболевания усиливает деградацию. И поэтому же, конечно, все растения, которые используются при эпилепсии, могут помочь, они вот просто на вес золота, да? Причем вы знаете, насколько вот по моему опыту я могу судить, это вот не истина в последней инстанции, да, а чисто мое наблюдение, что
есть эпилепсия как заболевание, да, а есть эписиндром. То есть это синдром, который маскирует какие-то дегенеративные заболевания. Там, например, рассеянный склероз, опухоль мозга может начаться с эписиндрома. Вот. И это разные вещи, да? То есть если эписиндром, нужно искать основное заболевание, которое оно маскирует, а вот сама эпилепсия, то я наблюдала несколько больных вот с такой легкой формой, недавно поставили эпилепсию, и я поняла, что это заболевание дефицитное. То есть есть целая группа заболеваний, которые называются дисмикроэлементозы. То есть дисбаланс микроэлементов в организме. И не только микроэлементов, да, и когда начинаешь давать вот растительные комплексы, очень богатые по составу. Ведь если растение приспособлено к выживанию, да, то все эти свойства оно передает человеку. И само растение богато по составу, имеет много свойств. И вот не понимая же, чего именно организму не хватает, какого витамина не хватает, какого минерала, какого там биофлавоноида, и даешь самые богатые комплексы. И вот месяца 2-3, и эпилепсия прекращается, эпиприступы. Потом человек даже, бывает, уходит от фармпрепаратов. Вот. А потом он начинает думать, что он выздоровел. И начинает, и прекращает прием вот растительных комплексов, и эпилепсия возвращается снова. И вот как бы это подтверждает то, что организму нужны ежедневно витамины, минералы, микроэлементы. Да? Что часто задают вопрос, а как же вот, если принимать все время аюрведические комплексы, а вдруг будет зависимость, а что потом без них не жить, а как? И вот я часто привожу вот этот пример с эпилепсией, что говорю, вы понимаете, ну, голодный мозг, он не может жить, нормально работать, нормально существовать. Он, во-первых, голодный мозг не может быть позитивным и радостным. У человека депрессивное такое какое-то состояние. Мозгу не хватает витаминов, минералов, микроэлементов. Он как может, так и живет. Да? И бывает, что это проявляется даже эпилептическими припадками. Как только восполняешь дефициты, даешь организму полные такие комплексы, организм возьмет, что ему надо, мозг напитался и восстановился. Да? Только прекращаешь питать мозг, вот опять все то же самое, что и было. Экстракт плодов длинного перца, пипали, но мы знаем, что пипали используются в аюрведических комплексах, как растение-проводник. Кроме того, растение сильный антисептик. И известно его свойством подавлять активность хеликобактера, да, то есть той инфекции, которая вызывает язву в желудке. И даже грибов рода кандида. То есть растение помогает работе желудочно-кишечного тракта, улучшает переваривание пищи. И кроме того, известно растение как тоник для мозга и половой системы. И тоже растение богато по составу. Кроме того, в составе имбирь также разжижает кровь, улучшает микроциркуляцию. Благодаря этому улучшается питание мозга и снабжение мозга кислородом. Вот. И были проведены исследования в Таиланде, которые показали, что имбирь приводит к улучшению когнитивных функций. То есть когнитивные функции – это, по сути, ум. Да? То есть способность обучаться, читать, писать, запоминать, решать какие-то вопросы, да, отгадывать загадки. То есть производить идеи, осуществлять, ну и так далее. Это все когнитивные функции. И хотя было обследование только 60 женщин среднего возраста и необходимо дальнейшее подтверждение этого исследования, все равно ученые обнаружили, что у женщин, которым давали большие дозы экстракта имбиря,
произошло значительное улучшение памяти. И действительно, почему бы не использовать вспомогательные средства, да, чтобы быстро вспомнить, куда вы дели ключи, да, еще лучше не забывать, куда дели ключи. Также в составе экстракты семян сельдерея и фенхеля. Сельдерей, так красиво называется на санскрите, аджамода. Это тоже тонизирующее поливитаминное средство, ну а фенхель, его называют еще домашнее средство аюрведы. Одно из редких растений, которое способно уравновешивать все три доши. Экстракт солодки голой, яштиматху. То есть солодка занимает в золотом ряду растений одно из первых мест, поскольку оказывает воздействие на все системы. То есть тоже имеет богатый состав, много действующих веществ и обладает и противовоспалительным действием, и адаптогенным, и тоже улучшает работу эндокринной системы. И в рецептуре применяется как растение-ключ в аюрведических фиторецептурах. Экстракт цветочных почек гвоздики. То есть это высушенные цветочки, цветочные почки гвоздичного дерева, собранные незадолго до раскрытия. Это профилактическое средство при атеросклерозе. Любые растения, которые нормализуют уровень холестерина и обеспечивают профилактику атеросклероза, уже за счет этого улучшает состояние памяти, за счет улучшения кровоснабжения мозга. Да? Вот. И цветочные почки гвоздики содержат большое количество эфирных масел, обладают вот таким свойством антисептика. В составе еще одна специя, экстракт семян кардамона большого, тоже очень богатый состав, и минералы, витамины в составе, и вот эфирные масла, и как раз эфирное масло кардамона повышает ясность мышления. И посмотрите, как на картинке, как выглядит тростниковый сахар настоящий, потому что то, что у нас продается в магазинах, это очищенный рафинированный сахар, чем-то окрашенный, потому что он совершенно другой по консистенции. А настоящий тростниковый сахар напоминает одновременно и мед, и конфету коровка. Да? То есть натуральный естественный сахар получают простым выпариванием сока сахарного тростника при низких температурах. И на минералы, которыми изначально богат. И это именно естественный сахар, гур, на протяжении многих веков прославляется аюрведой за его многочисленные лекарственные и укрепляющие иммунитет свойства. Ну, еще мы знаем, что настоящий тростниковый сахар используется вот в отжасе пушти. Из него удалены все витамины, все минералы, но зато он красивый. Из него удалены все витамины, все минералы, но зато он красивый беленький. И поскольку в нем нет клетчатки, он мгновенно всасывается кровь, повышает сахар в крови. И поэтому все продукты питания, которые содержат рафинированный сахар, все ведут к диабету, называются диабетогенными. Тростниковый же натуральный сахар, он содержит в себе и клетчатку, и витамины, и минералы, он медленно усваивается, он не повышает значительно сахар в крови, и за счет этого обладает вот такой огромной пользой и питает, укрепляет тоже наш мозг. Итак, кому мы можем рекомендовать мимохенс? Мимохенс универсален для всех возрастных групп и может применяться для профилактики нарушений памяти и неврологических проблем. То есть, если у человека есть какая-то неврологическая проблема, какая, например? Вы знаете, я работала еще врачом, у меня подруга невропатолог, и очень часто, ну, больные же ходят по кругу, и они приходили от нее ко мне,
Я смотрела запись в карточке лет, ну, допустим, пациенту лет 35, около 40, она уже ставила диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. Да, вот они, страшно, невропатологи любят этот диагноз. То есть мы знаем, что в мозге есть жидкости между оболочками мозга, они циркулируют, да? Вот. И нарушение циркуляции этой жидкости, дисциркуляторная называется, энцефалон – это мозг, патия – это что-то плохое с мозгом. То есть вот дисциркуляторная энцефалопатия. То есть если приходят люди, и у них начинается вот голова болит, голова кружится, непонятно что, ставится диагноз дисциркуляторная энцефалопатия. И плюс еще следом атеросклероз головного мозга. Я была так удивлена, что этот диагноз ставится так рано. То есть, в моем понимании, это был диагноз вот 50, ну, даже 60-70-летних, а тут в 35-40 лет. Я говорю, почему? Она говорит, ну да, все правильно. Болезни помолодели. Сейчас и в 17 лет уже ставится атеросклероз. Да? И она же мне потом рассказывала, как я не люблю вот эти жалобы на головные боли. Вот приходят больные к невропатологу, болит голова, я, говорит, лечу, лечу эту голову, она совершенно не лечится, ничего не помогает. Вот. И она приспособилась, начала выписывать травяные комплексы, ну, вот такие комплексы большие минералов, микроэлементов, особенно в жидком виде. И вот действительно, мы с ней начали видеть результаты, то есть просто даешь витамины, минералы, микроэлементы, и состояние мозга улучшается значительно, гораздо лучше, чем вот после применения таких нootропов, типа, которые есть в аптечной сети, которые все знают, типа пирацетама, актовегина, ноотропила, церебролизина. Они даже считаются уже в неврологии, ну вот просто как пустышки, как плацебо-эффект. Вот. Причем дошло до того, что она даже вообще перестала назначать фармпрепараты и перешла только вот на применение растительных комплексов. И всегда говорила, я не люблю делать бессмысленные вещи. Вот. А смысл в том, что когда есть неврологическая проблема, мозг надо питать, насыщать кислородом, улучшать насыщение кислородом и улучшать кровоснабжение. Да? И тогда восстанавливаются его функции. Поэтому, если вот вам пожаловались кто-то на головную боль, там, что невропатолог сказал, там атеросклероз или какая-то там энцефалопатия, они разные бывают. Или вот был инфаркт, инсульт, ну инсульт в основном, да, или какие-то транзиторные нарушения головного мозга. То есть их очень много неврологических проблем. То вот Мемахенс, он оказывает хорошее и быстрое действие, да, поскольку неврологических проблем очень много и пациентов у невропатолога очень много, то Мемахенс – это то средство, которое может помочь большому количеству людей. Мемахенс можно рекомендовать молодым студентам, школьникам. Сейчас им прошла информация, что решили ЕГЭ уже школьникам в младших классах давать, да? То есть еще один стрессорный фактор для школьников. Поэтому можно и школьникам, и студентам курсами во время сессий, перед экзаменами, при повышенной умственной нагрузке, когда наиболее востребованы эффекты улучшения самочувствия, повышения работоспособности. Вот я работала в швейцарской компании, к нам приходили как раз студенты, там перед сессией брали у нас растения-адаптогены. Вот, в частности, гуарану для того, чтобы повысить вот умственную активность, тонус. То есть надо просто больше рассказывать, и студенты к нам потянутся.
при любых заболеваниях, сопровождающихся дефицитом памяти в составе комплексной терапии. То есть, вот, как я уже сказала, гипотиреоз, да, когда избирательно вот такая память, то есть злопамятность на людей, но забыл, вот, что было вчера, вот прочитал и уже не помню, да. Вот. При этом могут быть и заболевания головного мозга, и общие заболевания, которые сопровождаются вот упадком сил, слабостью, усталостью, недостатком энергии. Мимохенс рекомендуется при нарушениях роста у детей и подростков. То есть, вот, как я сказала, гатукола улучшает работу мозга и гипофиза. При задержке физического развития, вот, для людей, которые продолжают активно работать, несмотря на сезон отпусков. Вот как раз сейчас лето, да, и само тело просит куда-то поехать, на море, понежиться вот под лучами солнышка, полежать там на песочке, погулять, отдохнуть и набраться сил для нашей суровой зимы. И люди, которым не получается взять отпуск, у которых вот проекты, какое-то напряжение, надо сделать всю работу, то эти люди злые, расстроенные, без сил, потому что это противоречит природе человека. Да? Летом человек должен отдыхать, а он активно работает без отдыха. И вот таким людям очень важно дать мимохенс для того, чтобы они не расстраивались, и для того, чтобы мозг у них продуктивно работал, и чтобы они все-таки смогли быстро сделать свою работу и набрать себе несколько отгулов, выкроить время на то, чтобы поехать к морю. Ну и людям, которые не могут глотать таблетки, у кого вот как-то нарушен глотательный рефлекс, ну и дети не могут глотать таблетки, и у пожилых людей бывает это нарушается. Ну и просто всем, кому нравятся вот такие вкусные, приятные сиропы, потому что растительные комплексы, это очень хорошо, когда они приятные на вкус, тогда их прием доставляет удовольствие. Да? Вот выпил таблетку, и такая ассоциация, как будто вот лечишься. Да? А выпил какой-то вкусный сироп, и вроде бы и не лечишься, а просто вкусно питаешься, а вот такой хороший лечебный эффект. Да? То есть есть такая категория людей, которые обожают сиропы. Им надо просто рассказывать, и мимохенс, так же как и отжиз-пушти и амлу, очень хорошо, удобно раскрывать и давать попробовать. То есть проводить дегустацию в офисах или, ну, кто как работает, да? То есть я прямо очень рекомендую открывать и давать пробовать. Способ применения: 2 чайные ложки или 1 раз в день, или 2 раза в день с теплой водой. То есть можно по чайной ложке 2 раза в день, можно по 2 чайные ложки 2 раза в день, можно 2 чайные ложки 1 раз в день. То есть кому как нравится, у кого какая задача, да, какого результата нужно достигнуть. Можно растворять в травяных чаях, в теплых, да, можно растворять в теплом молоке, можно в соке растворять, в воде или просто в неразбавленном виде. Продолжительность 1 месяц, но можно больше в зависимости от ситуации. Но вот мимохенс, видите, за счет биодоступности, биоусвояемости быстро оказывает выраженный такой лечебный эффект. Да, и достаточно даже курса в 1 месяц. То есть мы знаем, есть комплексы, которые нужно пить долго, например, глюгард, да? Есть комплексы, вот мы разбирали кардиоблиз, которые нужно пить не меньше 3 месяцев. Мимохенс можно пить курсами. Ну, противопоказания – это сахарный диабет и любые нарушения углеводного обмена. Ну,
Любые это какие? Это склонность к ожирению, это нарушение функции поджелудочной железы, нарушение выработки ферментов поджелудочной железы, это нарушение толерантности к глюкозе. Вот. Просто почему противопоказан? Потому что в составе тростниковый сахар. Да, то есть мы знаем, что диета больного с сахарным диабетом, ну, очень строгая, и мед, тростниковый сахар, ну, допускаются, ну, иногда курсами как раз считаются как хлебные единицы. Но вот опять же, понимаете, если, например, больной с сахарным диабетом, и мы знаем, что у больных с сахарным диабетом диабетическая энцефалопатия, то есть сосуды как бы засахариваются, вот, ну, в кавычках, то есть их просвет сужается, кровь густая, вязкая, кровоснабжение мозга нарушено, часто бывает инсультно из-за нарушения кровоснабжения. И вот здесь, допустим, инсульт, нарушено глотание, и из двух зол выпирают меньше. То есть в таком случае лучше взять мимохенс, разводить его с водой, считать там стакан от воды с двумя ложками чайного мимохенса как одну хлебную единицу, чем вообще от него отказаться. Да? Ну, то есть вот в таких ситуациях, когда мимохенс используется как вот средство для улучшения функции головного мозга при неврологических проблемах. Ну и плюс мы знаем, еще не сказала, что все, что улучшает функцию мозга, улучшает зрение. Да? Потому что глаза – это часть мозга, вынесенная наружу. Вот это тоже важно помнить и понимать. Ну, с чем мы можем совмещать мимохенс? Например, в период сессии напряженной умственной деятельности при хроническом умственном перенапряжении – мы можем мимохенс усилить блисминдом, либо можем усилить энергоблисом, либо можно усилить кардиоблисом. При неврологических нарушениях, например, после инсульта, мы можем мимохенс усилить тоже кардиоблисом. И детям для улучшения умственного развития, вот как раз все вкусненькое, не надо глотать. Вкусный отжас пушти, как джем, и вкусный сироп мимохенс. Вот, можно сочетать, например, с иммуноблисом, если есть какая-то проблема там воспалительной природы, например, состояние там после перенесенной инфекции головного мозга. Ну, то есть, понимая механизмы возникновения заболевания, да, и понимая механизм действия аюрведических комплексов, мы можем уже сами составить программу. Ну и в заключение. У любого человека периодически возникает ситуация, когда он что-то забывает. С точки зрения западной психологии, большинство расстройств памяти обусловлено выходом темперамента человека из равновесия, то есть в аюрведе разбалансировка дош, в результате загрязнения организма, из-за нарушения образа жизни, неправильного питания, отсутствия физической активности. Нарушение памяти чаще всего присуще двум темпераментам – флегматикам и меланхоликам. Память у меланхоликов отличается от памяти флегматиков. У меланхоликов плохо работает долговременная память и хорошо кратковременная. То есть легко запоминают и легко забывают. А флегматики наоборот хорошо помнят, что было в прошлом, и плохо помнят последние события. Трудно запоминают, долго не забывают. Да, вот как раз злопамятность. У сангвиников-холериков память, как правило, хорошая. Для улучшения памяти рекомендуется держать свой организм в динамическом равновесии согласно своему темпераменту, то есть регулярно заниматься своим здоровьем. А значит, чтобы была хорошая память, нужно больше двигаться, бывать на свежем воздухе, хорошо питаться и развивать у себя позитивное мышление, быть активными, не поддаваться лени и унынию. В общем-то, чего я вам всем и желаю.
Какова должна быть схема приема препаратов при, при сильной усталости головы у программиста? То есть, опять же, понимаете, в медицине есть вот такой ответ на вопрос. То есть, когда спрашивают, как долго принимать, сколько по времени принимать, какая продолжительность, да? То продолжительность, вот говорят, quantum satis, да, столько, сколько будет достаточно по времени. А какая схема применения, то, опять же, понимаете, когда вы понимаете состояние человека, условия его работы, то механизм действия комплексов, то вы сами можете составить программу. И вы же лучше знаете этого программиста, знаете его режим работы, сутками он работает, там не сутками, по сколько часов в день, как он работает, вот какие программы решает. И можно составить ну, разную схему, то есть взять мемохенс, усилить его блисминдом, усилить его энергоплисом, да, как вариант. Или взять мемохенс плюс блисминт и усилить его уджасом пушти. Если вот усталость связана с тем, что тут, допустим, поза одна и та же напряженная, да, мышцы напряжены, и ухудшается приток крови к голове, вот, отток, вот тут вот какой-то застой все время, мы можем взять мемохенс, блисминт и кардиоблиз, например. Да? То есть, понимаете, вот составление программ и восстановление организма – это всегда вопрос творческий. И вы так творчески подходите, вот как программист в своей работе, и составляете вот схему сами и смотрите, как лучше. Потому что в данном ситуации слабость, усталость – это не патология. Да? То есть, это просто следствие напряженной работы. Поэтому и подбирайте такую общеукрепляющую схему и смотрите, на какой комплекс организм дает лучший ответ. Вот начали пить, принимать отжас пушти, смотрите, супер вообще. Добавили там мемохенс, еще лучше стало. Вот, ну, или начали с блисминда, как-то вот. Эффект не увидели, да? Добавили мемохенс сразу. Ну, то есть вот так. Поможет ли мемохенс при начальных стадиях катаракты и повышенном глазном давлении? Ну, в первую очередь, да, при катаракте и заболеваниях глаз лучше всего энергоблиз и блисминт, да? Потому что мы уже разбирали эту ситуацию, кто был на дне рождения Трады. Вот Евгений Авдеев рассказывал нам, что энергоблиз, у него просто доказанное действие на улучшение зрения за счет того, что снимает спазм мускулатуры. Да? Мелкой вот этой мускулатуры. То есть все-таки при катаракте препараты выбора это энергоблиз плюс блисминт. Но усилить всегда можно мемохенса, да? То есть как бы много не бывает. И опять же следите за тем, что голова связана с шеей. Да? И когда шея вот всегда напряжена, то ухудшается и приток крови к голове, и венозный отток. И мозг страдает, вот как в случае с программистом, да, и глаза страдают, как часть мозга. И в таком случае еще помните о том, что у нас есть масло астикар, и его нужно наносить на шейно-воротниковую область для того, чтобы снять вот это мышечное напряжение. Я еще, когда работала врачом, у нас была такая физпроцедура, мы ее вообще страшно любили, я ее очень любила. То есть это называлось вот воротник электрофорез с бромом по Щербаку, то есть или воротник с бромом, ну, по Щербаку, это автор.
То есть вот бром методом электрофореза вводился в шейные мышцы, и в голове светлело, да, состояние головы улучшалось значительно. Поэтому вот когда речь идет о голове, о глазах, вот помните про шейно-воротниковую зону. Причем вот сильно ее как бы массировать, это опасно, да, то есть всегда, ну, такой профессиональный массаж все-таки должен делать массажист, который обязательно попросит рентгенограмму шейного отдела позвонка, позвоночника, посмотрит, в каком состоянии позвонки. А вот с маслом наносить вот такими вот легкими движениями, да, это всегда хорошо. Ребенку год и 3 месяца, ложится спать в 12 в час ночи, днем спит 45 минут. Сон беспокойный, мама кормит грудью. Кому можно принимать мимохенс? Ну, раз мама кормит грудью, то принимать мимохенс нужно маме. Вы знаете, однажды был такой случай, я была в Германии на Академии по питанию. И в немецкая компания выпускает вот такой напиток в порошке, который разводится водой, и он содержит никотиновую кислоту. А никотиновая кислота, ну мы все знаем эффект никотиновой кислоты, она вызывает расширение сосудов. Эффект никотиновой кислоты, когда лицо вот так сразу все краснеет. И вот мама выпила этот напиток, стала кормить ребенка грудью, и ребенок тоже покраснел. То есть, как бы еще одно подтверждение, что все, что мама принимает, мама кушает, попадает в материнское молоко и вот воздействует на ребенка. Да? Поэтому мы знаем, что беременным женщинам можно принимать вот тот же спушти, да, беременным и кормящим немножко рекомендуется блисминда, нам об этом говорил агроволнитин. Но понимаете, мы соблюдаем российские законы. И наши законы говорят о том, что прием аюрведических комплексов противопоказан беременным, кормящим и детям. Поэтому я вот не имею права просто вещать о том, что нужно принимать беременным, детям, хотя вот я понимаю, что можно, но говорить об этом не могу. Понимаете, это всегда такие провокационные вот вопросы про беременных, про кормящих, про маленьких детей. Их вот всегда лучше консультироваться как бы наедине со специалистом или, ну, напишите лично, да. Потому что, ну, у нас в стране такие законы. А вообще нужно маму приучить ложить ребенка, укладывать спать рано. То есть, ну, ни в коем случае нельзя позволять ребенку вот ложиться спать в 12 в час. Надо просто всей семье укладываться спать. Выключать свет и всем укладываться, чтобы ребенок, хоть он и маленький, он тоже видел, что вся семья ложится спать, то есть должен быть, ну, все зависит, понимаете, от режима дня в первую очередь. Ну, и маме нужно такое вот просто укрепляющее питание, больше белков в пище. Ага, вот Галина Юрьевна делится своими наработками, историями. Когда я первый раз пробовала мимохенс, сразу выпила полбутылки, остальное за 4 дня, а потом пила не по схеме, а бутылками. Потом отпустила и стала хватать по чайной ложке по утрам. Это был такой дефицит в мозгах.
Да, Галина Юрьевна, это был такой дефицит в мозгах витаминов. То есть вот мы об этом говорим, что надо больше чувствовать свой организм, а не схемы, рекомендуемые заводом-производителем. И вот спасибо, что вы рассказали эту историю, да, потому что это еще одно такое огромное преимущество мимохенса, что он сделан в виде сиропа, да, вот потому что таблетку Блисминда проглотил и вкус не почувствовал и не понимаешь, вот сколько тебе его нужно, да, и пьешь вот так по схеме, да, по одной, два раза в день, ну, можно по две, два раза в день, то есть вот не чувствуешь свой организм и его ответ. А вот сиропы, они тем и важны, и в этом их преимущество. И тоже, когда я работала в швейцарской компании, у нас тоже была такая ситуация, когда у нас были вот акции, допустим, 2 плюс 1, что покупаешь 2 сиропа, третий тебе в подарок. Очень многие рассказывали, что вот третий сироп выпивался за 2 дня просто, а следующий выпивался по полбутылки, там, а на третьем уже попускала. И вот действительно здесь надо слушать свой организм. И вот я абсолютно с вами согласна, что можно сразу выпить полбутылки, а потом пить бутылкой. То есть, когда жидкая форма, организм, он подскажет, сколько ему надо и когда ему уже не хочется. И вот это тоже очень хорошо, когда работа, связанная с напряжением. Вот я думаю, что программистам тоже можно пить бутылками, по полбутылки. Вот. Ну, я думаю, ограничивать можно только вот больным сахарным диабетом из-за того, что там сахар, да, и мы говорим, это ограничение. Даже, я думаю, вот если у детей какой-то период такой вот умственной напряженности, там конец года, например. У меня дочка, когда росла, я видела, что в конце года перед зимними каникулами она вот просто уставала. И я ее на 3 дня не пускала в школу, хотя она, ну, не была больна, просто уставшая. И вот в это время тоже можно смотреть. И еще вот такой момент, что вот спасибо большое, Евгения подсказывает, что мама, которая плохо высыпается, обратите внимание на Vital Sleep. Опять же, был день рождения компании, и Нитин Агравал, когда он представлял Vital Sleep, он говорил, что этот комплекс можно беременным и кормящим. И вот в данном случае он лучше. То есть он будет маме помогать высыпаться, а ребенок через маму тоже будет получать вот действующие вещества.